Крымская журналистка Лиля Буджурова оспаривает в суде факт недопуска к ней адвоката во время проведения сотрудниками ФСБ обыска в ее доме в начале ноября. Об этом Буджурова сообщила изданию «15 минут». В Киевском райсуде Симферополя уже прошло первое заседание суда. Адвоката под дверями моего дома видели мои родственники. Есть другие свидетели. Более того, велась видеозапись всего этого мероприятия, в кавычках, проводимого в моем доме. Но при этом и ФСБ, и уважаемый судья акцентируют внимание на то, что следователь, руководивший обыском, лично не запрещал адвокату. Адвокатом, который должен был присутствовать во время следственных действий в доме Буджурова, является Джемиль Темишев. Он один из немногих в Крыму защищает журналистов и других граждан в делах против оккупационных властей и спецслужб. С помощью судебного иска к ФСБ он желает добиться судебного трактования фактов, когда гражданам во время следственных действий не допускают адвокатов. Чтобы получить ответ на вопрос, гарантирует ли Российская Федерация человеку право на юридическую защиту, адвокат и журналистка намерены дойти до Верховного суда России. Напомним, обыск в доме Лили Буджуровой проводился сотрудниками оккупационных спецслужб 2 ноября в рамках уголовного дела против бизнесмена Линура Ислямова, владельца телеканала АТР, где ранее работала Буджурова.